Всем привет, друзья! Не удивляйтесь, нахожусь я в мансарде, пока живу в отеле, пока квартира еще готовится к моему приезду. Мы приехали в Санкт-Петербург, и мы сразу же активно начали заниматься подготовкой к гастролям, подготовкой к концерту 1 сентября. Мы вас всех ждем в капелле, будем всех рады вас видеть. Мы будем играть «Кози фан тутте». Что еще нового? Все прекрасно, погода замечательная. Петербург мой родной встретил очень хорошей погодой, солнышком. Буду держать вас в курсе. Сейчас предстоит концерт в Санкт-Петербурге 1 сентября. После этого мы едем в тур, мы даем концерт в Бремени, потом мы едем в Вену. И после этого мы едем в Люцерн. В середине сентября мы возвращаемся назад. Hello guys. So this is a mansard, you know, where I live in the hotel now because my flat is not ready still. We are in St. Petersburg. We came here and we immediately start to preparation. I will start our preparation for the concert on 1st of September and for the tour of Da Ponte, Mozart, Così fan tutte, Le nozze di Figaro, and Don Giovanni. So we are waiting for all of you on the 1st of September in Capella in St. Petersburg. We'll be performing Così fan tutte. Then immediately we're going to Bremen, then to Vienna and to Lucerne. And then in the middle of September we're coming back here in Petersburg. And so weather is amazing in Petersburg. Everything is good. We're preparing. We just, you know, arrive and we're happy to be here. Hope to see you soon. And of course, I will let you know how we're doing and what we're doing until this tour will be over in the middle of September. See you guys. Love you.
это сейчас мы со спальни замешал нас. Мы так не договаривались. Мы так не договаривались. Такое было веселье. И что, Сережа? Я знаю. Без нот причем. Без нот он занимается. Творчество постановка. Как вы сказали, сударь? Повторите, пожалуйста. Это говно. Это будет все в бэкстейдже. Я тебя поздравляю. Нет. Сережа, ну почему ты не сыграешь эту песню? Какую песню? Мою любимую. «Пираты Карибского моря»? Любую. Я думаю, рояль сейчас это просто вот видел первый раз в своей жизни такое. Конечно. Здравствуйте, друзья! Мы находимся в очень интересном месте. В очень интересном месте. В городе Санкт-Петербурге. Во дворе дома. Какой адрес здесь, Саш, точный? Гражданская 19. Гражданская 15. Вот 19. Здесь 19. Вот здесь, в этом самом дворе, в этом самом доме. Где-то наверху. Где-то наверху. Где-то наверху. Считается, что жил Раскольников. Преступление и наказание. Привет, дорогие друзья. Мы в Венском концерт-хаусе. Я хотела вам сказать о том, что бэкстейдж немножечко поменяет свое направление. Теперь, к сожалению, вы сможете увидеть наше выступление только на сцене. То есть больше с репетицией видео я делать не буду. Но, тем не менее, я попробую это все как-то соединить и сделать так, чтобы было интересно все еще смотреть. Попробуем. Если вы будете недовольны, пишите мне в комментариях, и тогда, наверное, придется совсем прекратить делать бэкстейдж. Но сейчас я хочу все-таки попробовать без музыкальных каких-то моментов, но тем не менее, чтобы вы видели немного, как мы живем и что мы делаем помимо работы на сцене, как у нас все это проходит. So, hello, dear friends. Now I want just to say that we are in Vienna Concert House. We have today Don Giovanni. We had already Le Nozze di Figaro, and we'll have Così fan tutti the day after tomorrow. So, first thing that I wanted to say, that now backstage will be a little bit different. From now on, I will not show you the rehearsal moments, and you can see us only on stage. How we are singing and, all the musical moments
will not be here. But still, I want to continue doing backstage, and for you, I know that a lot of people are interested and a lot of people waiting for this video, so I decided to try to make it somehow. If you are not satisfied with what you see now, please write to me, and then I will make a decision that I will stop to make backstage video. But from now on, I will try to make it somehow for you, just to see how we're living, not on stage, but backstage, really backstage. Today we have Don Giovanni, and I want to thank you all for your support, and wanted to tell that a lot of people writing to me and coming and saying good things, and thank you so much for this. So let's try to make it like that, and we'll see how it goes, right? We love you. We still love you very much, and we are waiting for you on our concerts. Наш новый тун-менеджер, познакомьтесь, ребята. Вот такая прекрасная девушка будет заниматься нашими гастролями теперь. Скажи пару слов. Кому? Нашим фанатам, нашим поклонникам, нашим зрителям. Ага, всем привет. Думаю, что у нас будет хороший тур и будет очень много. Это правда. Приятно познакомиться. Семь штук. Жесть. Это больно? Да. Вот этого человека день рождения сегодня. Ми фоваси Отеос ине мазису. Мазиму? Мазису. Это был для меня. Со всеми. Майнерщики отдельно. А уходит отдельно от песни. А это там все басы? Давайте да. Сейчас. Сейчас я тут еще. Уйти, я думаю. Только вот альты с Женей. Идите, наверное. Может быть, идите в эту часть. Не идите через центральную туда до конца. Ближайший. Ну, может быть. Ну, как почувствуйте сейчас. Может быть, он может он сейчас покажет сам. Пивной путь. С кружкой пива. Когда уйти. Знаете, там начинается какой-то, ребят, минуэт. Балерина. Может, вот здесь уйти.
Там начинается куча оркестров разных. Сразу, практически сразу ребят уходить. А занавеса-то не будет, да? Контракта не будет. Какого занавеса? После либерты. Чего мы там? Там еще сцена, да, какая-то? Там дальше еще поется. Окей, все, готов. Что для нас важное? Да, ансамбли всякие, куча ансамблей. Ребят, совсем немножечко, страниц 20 всего. Начался наш такой большой серьезный марафон с трилогией. Началось все в Санкт-Петербурге. Я считаю, что начало положено просто замечательное. И с каждым разом зал все лучше и лучше, акустически. Я уже даже не знаю, где приятнее петь. Сказали, что в Люцерне, я просто совсем обалдею от акустики. Ну, в общем, пока все идет хорошо. Единственное, что исполняю две партии, очень тяжело, музыка звучит все время. Надо настраиваться на одну партию, а внутри поешь совсем другую. Вот. И все время, даже когда гуляешь просто выходной, как будто, знаете, идет опера в голове, и иногда включают твое радио, и ты начинаешь петь. Потом раз выключают, а опера-то идет. И со временем ты поешь те места, как вот опера идет. Это очень смешно. Погода класс, мы все наслаждаемся, вот сейчас мы в Вене, прекрасный город, я влюблена, великолепный город, чудесные люди, погода радует. Я желаю всем удачи, успехов, ребята, наслаждайтесь концертом и наслаждайтесь нашими гастролями. Всех люблю, целую и обнимаю. Надюша, вот вопрос тебе такой, да. Скажи, пожалуйста, что тебе ближе? Из того, что ты сейчас исполняешь, все-таки вот Фьор де Лиджи или Донана, что тебе ближе? Они вообще, в принципе, они где-то похожи по характеру девушки, но единственное, что есть какая-то партия, допустим, по голосу ближе, легче исполнять, есть какая-то, где надо потрудиться. Но сейчас уже, когда впиваешь, уже кажется и несложно, уже начинаешь получать удовольствие, как когда ты научился водить машину, да, сначала есть какое-то напряжение, а потом ты уже начинаешь получать удовольствие. И сейчас я получаю удовольствие и от той партии, и от другой партии. Но могу сказать, что почему-то в голове все время звучит Кази. Я не знаю, что происходит, может быть, она сейчас проникла в мою кровь. Вот. Но я всегда отдавала предпочтение Дон Джованни и вообще как опере из всей трилогии. Ну, наверное, потому что во мне самой вот много драматизма. Я люблю такие драматические партии больше. Вот. Но сейчас происходит какой-то такой плохое слово, замес, я не знаю. Вот. И это все вот такое вот у меня внутри. Винегрет. А партнеры, с кем тебе проще, с кем тебе хорошо? Потому что партнеры новые, да? У меня вообще такие экзотические партнеры. Ну, допустим, мои конкретно, да, оба тенора. Один афроамериканец, второй китаец. И, в общем, такая вот у меня экзотика. Но оба прекрасные, великолепные тенора, певцы, с ними петь одно удовольствие. Очень люблю Полу. Потому что это такой супер-гиперпрофессионал. У нас очень много ансамблей в КАЗИ, и строить ансамбль – это очень сложно. Я слышу и вижу, как у нас происходит с ней работа, и я очень ей благодарна. То есть ты довольно счастлива? Я очень довольна. Вообще, в этот раз какой-то невероятно необыкновенный кастинг. Я не могу сказать по свадьбе Фигаро, потому что я не присутствовала в работе. То есть я вообще не знаю, но в этих двух операх «Кози фан тутте» и «Дон Джованни» абсолютный просто какой-то звездный кастинг. Спасибо, Наденька. Спасибо тебе большое. Удачи сегодня. Спасибо. Thank you.
Стой. Да, горит. У Димитриса день рождения, и он нас вот так вот, почему-то он нас поздравил, да? Да? Вот, вкусненько. Шоколадки. Спасибо. Настя, не закрывайся. Нет, ты не спишь. So I just would like to say this was two terrific, unbelievable evenings, and I'm so much happy to see Cozy tonight. Don Giovanni was unbelievable, the best drive to hell ever saw. Sorry, my English is not very good, but I truly love Musik Eterna and of course Maestro Francis, and I'm always very glad if they come to my hometown and perform here, and hope to see you very soon. Guys, you rock, toy 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 for your future projects, and looking forward to see you very very soon, and of course looking forward tonight. Sooner as you think, we'll come at 28 here. I hope, yes. Again. For me it was also two beautiful evenings, and I can say that I cannot imagine my life without Musik Eterna. I heard it for the first time maybe 2 years ago, and for me it's my life is changing, and I cannot live without this, because it's really the best interpretation, and it's really language of the angels. Thank you for being here. Yeah, I mean, I can only add some things. I'm totally impressed as well by this music, by all the people on stage. So, yeah, I think that's the way how Mozart has to be performed. And I'm really looking forward to Cozy Fan Tutti today. Thank you very much, and have a nice evening today. Thank you Кому за немножко за 30 вечериночка с мяском? Вот, я сказал, завтра у нас концерт. Зачем я это сказал? Ты просто не напелся сегодня? Да, видишь? Ты что, все снимаешь, что ли? Конечно. Надо переписать, короче. Что за насилие? Насилие? Личное пространство все время нарушает. Thank you.
Yes. Okay. So, die Sache ist, mein Haar ist einfach super voluminös. Mhm. Und wir haben das jetzt hier an der Seite kurz. Mit 6 mm. Ja. Und das Problem ist einfach, du siehst, dass das Haar sehr schnell Das heißt, man muss dann ganz viel so das Volumen ausmachen. Ja, definitiv. Und der letzte Friseur, Vollidiot aus Salzburg, hat angefangen hier rumzuschneiden. Okay, und hat die ganze, ja, ich sehe es, es ist. Ich kann es nicht leiden, weil ich möchte nicht einfach alle 3 Tage. Nein, ja, hier ist es ganz kurz hier auch. Okay, das ist was. Schon, also, oder? Das hier vorne, vor allem jetzt auch der Bereich hier, der ist ja komplett kurz, ist ja schon eben vor mir. Also, genau. Und dann, wenn ich den jetzt wieder abschneide, haben wir das gleiche Problem ja, ja. einfach in ein paar Wochen wieder. Deswegen, das hier würde ich definitiv wachsen lassen. Ja. Ist jetzt natürlich eine blöde Zwischenlänge, weil ja. die ist noch zu kurz, um sie nach hinten zu machen. Nur für dich, ich glaube, eben lieber wachsen lassen und nichts machen als jetzt. Genau, weil das ist halt wirklich, das ist, kann man dann, wenn man das jetzt kurz macht, alle 3, 4, 5 Tage immer wieder schön nachschneiden. Sonst steht es natürlich wie jetzt einfach gerade ab. Всем привет! Объясняю, что происходит. У нас сегодня выходной в Вене, но я решила в Вене не оставаться и прилетела в Штутгарт к Эктерсу провести этот день здесь, с ним, дома. И потом завтра мы поедем вместе в Люцерн. So, hello guys. We have a day off today in Vienna, but I decided not to stay there for this day off and came to Stuttgart. To Ektoras, and tomorrow we go together to Luzern. So, and now immediately we come to have a haircut for him. Yes, and that's what's happening. So we did 3 concerts in Vienna Concert House, and now we're going to Luzern, and we'll continue there with Cileo Bartoli. Looking forward, and I will show how it goes. So, where? And look, the tongue is also, you see, like a snake. I mean, not like a snake. But it's not like a worm, you know, from the rain, which are like fat and... And who is that? That's Charlie. Do you know who he is? Well, now he's not moving. He's dead? No, no. I think he saw that we are... This is Charlie. Who is he? Nice to meet you. Oh, God. Like, why isn't he moving? Look. Yeah. Wow, he's really serious. He's dead, maybe. No, no, no. Помер, Чарли. Смотри. Oh! You see? Yes, like a snake. Yeah, that's strange. Strange, no? Mm-hmm. Like a little snake. Yeah. Okay. Don't kill Charlie. Of course not. I love Charlie. Leah. Good morning, Leah. Guten Morgen. Kalimera, Leah. Γεια σου! Τι κάνεις, Λέω, τι κάνεις, τι κάνεις! Look at you! Look at you! Look at you! Look at you! Thank you.
Ну вот, мы приехали в Люцерн. Поем здесь всю трилогию. И концерт с Чичири Бартоли. Здесь очень красиво, мы здесь уже пели. Вид потрясающий тут. В Люцерне мы, и вот в этом зале у нас будет концерт первый сегодня «Свадьба Фигаро». Dobrze. Ты снимаешь? Конечно, как вас не снимать-то? Красивых всех. Для людей-то скажи несколько слов. Люди, я вас люблю. Всех. Искренне, ваш Гарри. Мишу, сейчас сегодня не люблю Мишу. Почему? Потому что он вино мне не дал. Реквизит. Сволочь сам выпил, пьяный бомб. Посмотрите, шарик из своей одежды. Вчера бухал. А так все равно люблю я его. Что делать? Вот смотрите, как я его люблю. А? Вот. Как сына. Как сына, конечно. Но не как же Мишу. Я свободен?
Красавчик. Красавчик. Ну, я не знаю, ты хочешь еще что-то сказать? Конечно, вот на. Бессовестный ты. Александр Егоров на знаменитый бас. Пухляш. Вы его знаете. Вот, репетиции снимать музыкальные не получается, поэтому мы с Сашей просто вас приветствуем. Да? Да. At you. So, thank you.
Thank you. Ming-Jun Lei, and I'm a tenor from China. This is my very first time and get to with the Muscatena and Theodore. Of course, the orchestra and fantastic chorus. It's been honor and such a privilege and pleasure. And I'm just having such a wonderful time. And we had a great trip from St. Petersburg to Bremen to Vienna and now here in Luzern. It's been absolutely a joy and I enjoy it very much. And looking for the future. To the toy for today. To the toy for today. We'll be right back.
Ну что, вот и закончился наш тур. Последняя точка была в Люцерне. Только что отыграли Così fan tutte с Чечили и Бартоли. И все прекрасно, все. Завтра летим в Россию домой. Мы вас любим. Спасибо всем, кто был с нами. И до новых встреч. So, Lucerne Festival is done. This tour is done for now. Tomorrow we're flying back home to St. Petersburg. And I would like to say thank you to everybody who was with us all this time. And see you.